ради вас вітати на нашому заході. Сьогодні ми продовжуємо цикл лекцій «Міста і мистецтва», щоденні мандрівця. І сьогодні друга бесіда «Франція, провінція і столиця». Минулого разу ми з вами подорожували до Німеччини і саме до Баварії, міст Нюрнберг та Бамберг. А сьогодні лектор розповість про чарівне та таємниче місто Париж, Францію. І радий вам представити Андрія Юрійовича Корнєва, культуролога та мистецтвознавця. Доброго дня. Ну, на самом деле, как раз о Париже, наверное, меньше всего я буду сегодня говорить тоже, да? Поэтому и тоже, так сказать, когда размещал объявление сегодняшней встречи, я там тоже написал, что, возможно, Франция будет не такая, да, как вот сразу представляется нам. Ну и еще особенность нашей сегодняшней встречи, на этой неделе как раз мне исполнилось 5,5. И вы уже знаете, что я всегда, да, как-то во время наших встреч, наших бесед, вот, я веду и с вами диалог, какие-то вопросы возникают, и потом, если правильный ответ звучит, то я обязательно хочу, чтобы, да, кто-то ушел с подарком. Да? Так вот, особенность нашей сегодняшней встречи, я вообще как бы дарю книги, дарю подарки и книги, к которым я имею отношение, но разные отношения, чаще всего как сотрудник издательства «Раритеты Украины». Вот. Но сегодня я подарю именно вам свои книги. Свои книги, автором которых я являюсь. Вот, и поэтому вот такая книга есть у меня сегодня для вас, называется «Корни и крона». И особенность ее в том, что здесь три раза звучит моя фамилия, да, Корнев. Вот. Но это я, мой старший брат и мой сын. Да, вот. Стихотворение трех поколений Корневых здесь собрано в этой книжечке. Вот. Все эти книжки, они в каком-то смысле раритетные, потому что, да, вот уже остались, как она называется, считанные экземпляры. Эта книжка тем более, «Крымский маршрут» она называлась, вот, называется точнее. Здесь даже есть карта, которую специально придумало издательство. Да, это действительно тот маршрут, который я в Крыму проделывал. И здесь, соответственно, есть стихи по тому маршруту, по которому когда-то много лет путешествовал в Крыму. Ну и сегодня у нас такая будет тема железнодорожная. Вообще, железнодорожный вокзал, ну понятно, сразу же ассоциируется как ворота, да, для путешественников, въезжающих ли, отъезжающих ли. Вот. Но это книга, посвященная нашему Харьковскому железнодорожному вокзалу. Да, я являюсь тоже автором текста здесь, в этой книге. Так что вот, подарки для вас уже приготовлены. Ну а теперь, собственно, путь. Путь. Ронимся в путь. Опять-таки, в прошлый раз я говорил, что первые наши поездки, мои поездки за границу, вообще первые в жизни поездки, они как раз были связаны с моей работой. С тем, что я стал работать в нашей Академии дизайна искусств, нынешний тогда еще художественно-промышленный институт в то время, что у нас появились не просто студенты, а студенты специализации искусствоведения, а у них были практики. И вот мы на практике со студентами, в том числе за рубеж, старались выезжать. И вот 2008 год, у нас появляется возможность поехать со студентами на практику. Скажем так, какой-то заштатный французский городишко.
в котором, правда, сохранилась, как нам сказали, средневековая крепость. И вот мы будем 10 дней на этой крепости работать. Что мы там будем делать, тоже никто нам, собственно, толком и не сказал. Потому что мы в 2008 год, ну, ухватились за саму возможность, как бы, да, еще ж визовый режим, а тут все, студенты, студенческий обмен, то есть, да, визы нам дадут, поэтому хватаемся за любые возможности. Ну и вот, и поехали. И поехали мы, понятно, опять же, со студентами, то есть экономично, на автобусе, да, в то время, проезжая через Польшу, там, через Чехию. И вот, наконец, рано утром мы остановились во Франции, в городке Метц, вот, где нам еще предстояло сесть на местную электричку, чтобы доехать до какого-то полустанка французского, а там на этом полустанке нас кто-то встретит, и нас повезут еще куда-то. Ну, то есть, вот провинция, что называется, самая настоящая французская провинция. Никакого Парижа нет, даже на горизонте не видим. Ну и вот, и выгрузились мы из этого автобуса, да, и что тут еще будет, на прошлый раз я только лишь рассказывал, говорил вам, вот, потому что еще в Германии еще не вел дневников, да, я писал стихи, вот, я всегда это делаю, всю жизнь это делаю, в поездках тем более, когда много впечатлений, а тут вдруг вот начал вести дневник, именно с этой французской поездки начал его вести, поэтому даже некоторые фрагментики из этого дневника буду читать и комментировать. Ну вот. Что можно увидеть в Метце по дороге на вокзал в 5 утра? Памятники, которые нам ничего не говорят, хотя намекают на жертву в борьбе. Современные инсталляции из оригинальных плетней на газонах, которые улыбают, как и уличный автомат по продаже презервативов. Умелели небольшие металлические стрелки в асфальте, изображение местного собора, указывающие, как пройти к памятнику архитектуры. Оригинальный вокзал 1908 года, модерн, имитирующий романику снаружи и в интерьерах. Вокзал еще почти пуст. Уборщики, мы и дремлющий в углу в кресле бомж. Ну что тут вот так нас и встретила непарадная Франция. Вот именно непарадная Франция. Да, этот шикарный вокзал, модерн, да, начало 20 века. И да, увы, видно сразу и видно, и слышно, и запах, да, вот бездомный человек, который ночует там на этом вокзале в Минске. Продолжение дальше. Что можно видеть днем в Шатель на Мозере? Наверное, все то же, что и в сотнях других европейских городков. Тихие, почти безлюдные улочки, ухоженные дома, хозяева которых, похоже, соревнуются между собой за звание лучшего дома клумбы. Цветы, растения, газоны в идеальном порядке. В некоторых домах расписаны от руки почтовые ящики на входе. Мимо одного просто не могли пройти равнодушно, ведь на нем изображены классические иллюстрации к маленькому принцу Экзюпери. Бюджет городка, видимо, такой же маленький, как и он сам. Выручает замок на горе, 14 век. В огромный и неплохо сохранившийся подвал нас поведет мадам. Сегодня еще раз романтика, завтра все остальное. Ну вот, да, то, что было записано тогда, и то, что можно по этому поводу сказать. Итак, мы ехали, но все ж таки, мы ехали в замок. Да? Большой средневековый замок. И представляли его вот так, приблизительно, как вот здесь, на этой гравюре. Действительно, это гравюра вот того самого замка, город, как я сейчас сказал, Шатель, то есть само название, это есть крепость, да? Вот. То есть название вот этого замка. Шатель на Мозере, Мозель это речка, то есть замок на реке Мозель, да? Но когда мы туда прибыли, то увидели, что замка-то нет на самом деле никакого. И то, что вы сейчас видите на фото, это как раз еще самые лучшие виды. То есть понятно, что действительно замок когда-то, как оборонное сооружение, он был построен на скальном массиве. С одной скалы
с одной стороны, вернее, это скала, да, такая, самая неприступная часть замка. И вот со стороны скальной еще такие фрагменты сохранились, и когда на них так снизу вверх смотришь, даже на развалины, ну, все-таки думаешь, ну да, это такой вот визуально хотя бы впечатляющие вещи. Но как только ты поднимешься наверх, собственно, на место самого замка, то вы увидите вот эти вещи. Это фундаменты. То есть снаружи не сохранилось вообще ничего. И даже вот эти фундаменты, которые видите, да, это, собственно, восстановленные стеночки, ну, для того, чтобы все-таки, да, была какая-то ориентация в пространстве. И, собственно, вот на этих стеночках нам, как выяснилось, и предстояло работать все эти 10 дней. Работать все эти 10 дней нам предстояло, да, на средневековом замке. Коллектив оказался тоже весьма такой немалый, потому что это программа. Социальная программа и подобных социальных программ во Франции немало. И они обязательно, эти социальные программы, привязаны к памятникам культуры, к памятникам архитектуры. И их ценность, этих памятников, не только в их историческом, культурном и прочем наследии, но и в том, что они работают сейчас, работают как часть социальной программы. Вот в данном случае социальная программа – это как раз возможность молодежи со всего мира приехать во Францию, да, побыть во Франции, ощутить немножко французский какой-то дух, да, но и ощутить дух этого места, места Шатель-на-Мозле. И поэтому, когда мы приехали, наша группа из Украины, ну, здесь уже смешанное фото на самом деле, да, то есть здесь далеко не все, просто вот так вот, девчонки вместе собрались, тоже в самый последний день на самом деле, когда мы уже не работали. Вернее, после обеда не работали, до обеда мы еще вкалывали. Да, и вот, вот вы видите, да, здесь и арабские девочки есть, безусловно, да. Вот, причем как французские арабские девочки, так и приезжие во Францию, да, арабские девочки. То есть и местные, и не местные есть. И из Сербии там были ребята, из Словакии были ребята, вот мы из Украины. То есть и каждые 10 дней вот съезжается группа. То есть одна уезжает, другая на место приезжает. Одна уезжает, другая приезжает. И так фактически весь летний сезон, все 3 месяца летний. И мы там живем бесплатно, мы питаемся там бесплатно. Нас на экскурсии бесплатно водят и возят, ну, в определенные там, да, все это, то есть это программа, все это расписано. И все это оплачивает, да, собственно, ну, французское, по сути дела, государство. Потому что это важные социальные программы работы с молодежью. То есть для них это очень важно. Кто же управляет, в общем-то, всем этим, на самом-то деле, совсем непростым хозяйством? Вот я упомянул, собственно, мадам, здесь у меня, да, что мадам нас поведет в неплохо сохранившийся подвал. Вот когда мы из Метца в 5 утра на электричке там выехали и на заранее оговоренной там полустаночке мы встали, то оказалось, что нас встречало 3 легковых автомобиля, ну, чтобы забрать нашу группу. Вот. И один из легковых автомобилей вел такой старый сеньор. Вообще, когда мы его увидели, то никто не хотел садиться в машину с этим старым сеньором. Ну, потому что он, кажется, ну, сейчас он распадется на части, просто развалится этот сеньор. Но когда все-таки как раз мы попали к нему, к этому сеньору в автомобиль, да, он так лихо погнал по этим французским дорогам, что мы, да, поняли, что нет, еще сухой порох в пороховницах у него. Вот. А когда мы приехали, нас встречала мадам, собственно говоря, да. Вот. И это действительно муж и жена. Им обоим уже за 80 лет. И она уже пережила операции онкологические.
И при этом они, собственно, управляют всем этим хозяйством. Да? Замок на их распоряжении, и все, что там происходит, тоже на их распоряжении. Вот, вот тот самый старый сеньор, о котором я сейчас говорю. Да? Муж мадам. Конечно же, они действительно управители замка. Вот, да, работа у них такая, управители замка у мадам и месье. Вот, а, конечно, работают-то, собственно, не только они. А там мы впервые столкнулись тоже с таким массовым во Франции явлением, которое мы у себя в Украине узнали только в связи с драматическими событиями, и теперь мы хорошо знаем это слово, да, и оперируем волонтер, волонтерство. Так вот, впервые мы с волонтерством столкнулись во Франции в 2008 году. И вот, собственно, фрагмент, да, который позволяет мне показать некоторых из наших волонтеров, вот уже из французов, да, которые непосредственно тоже там с нами находились и были, собственно, нашими учителями, нашими кураторами, нашими проводниками в этот мир средневекового замка и средневекового строительства. И постепенно все-таки нам удалось через переводчика в основном, правда, ну, в общем-то, и с ними как бы пообщаться, и мы, да, узнали, что это вот действительно чистое волонтерство. Они ничего не получают вообще. Они каждый год добровольно на 3 месяца свой отпуск, да, приезжают, собственно говоря, на замок. И они не просто работают, ну, сами вкалывают на этом замке, да, потому что они, собственно, и стоят во главе тех групп, на которые они нас потом разделили, строительные. Вот, но получается, что они работают бесплатно сами, как строители, они работают с нами, и работают не только вот, по, собственно, на реконструкции самого памятника, но и во все остальное время. То есть это не то, что так вот как бы вы тут поработали, а дальше чем хотите, тем и занимаетесь. Да? Вот я упомянул экскурсии, например. Вот, а в те дни, когда нет экскурсии, да, когда полный рабочий день, там все равно что-нибудь после рабочего дня с нами проводилось. Ну, что я, собственно, там еще покажу, например. Да? Тоже ж не случайно, потому что все равно замок, средневековье, и вот волонтеры, они имели свои интересы в связи с этим. Да, поэтому они с нами вот сутками находились просто. И опять же, вот для них, и мы так удивлялись, все ж таки немножко, да, вот, потому что мы узнали, что многие из них по 5, по 6, по 7 лет, вот каждый сезон приезжают в этот замок, то есть для них это вот уже место такое, место, без которого они не могут себя как бы уже видеть, дышать не могут, да, они зарабатывают все остальное время, чтобы, да, на эти 3 месяца приехать и пожить в этом замке. То есть вот они, истинные жители замка, да, сегодняшние, да, перед вами на этой фотографии. Вот такая немножко общая, да, вид на этом общем плане. Я могу показать здание, где мы жили, собственно говоря. То есть мы жили, да, непосредственно на замковой территории. Здание, правда, оно, да, оно старинное, это здание 19 века, но это здание не замковое уже, это здание, правда, монастырское. То есть на самом деле, как замок, эта местность перестала функционировать сразу по завершении периода средних веков. Не нужно было все, войны эти средневековые закончились, оборонные функции уже не нужно было нести этому замку. И, собственно, замок пришел в упадок, полный упадок, просто абсолютный. Да? Со временем стали обваливаться там подземные хода, стали засыпаться мусором и прочим строительным, так сказать, всякой светной ерундой. Вот. А рядом возник еще и монастырь, то есть был построен монастырь. И вот в этом бывшем монастырском, собственно, доме мы и жили все это время.
Самый спартанский, что называется, образ жизни, по сути дела, это вот комнаты, в которых, да, по несколько человек, вот, где-то больше, где-то меньше людей, и там кровати, и больше ничего нет. То есть мы там только спали, и больше ничего. Есть, понятная правда, отдельная комната большая, где можно просто вот собраться по вечерам, и там что-нибудь сделать, пообщаться, там выпить чаю. Не более того, я про чай имею в виду. И отдельная, правда, как бы, да, такой кухонно-столовый блок. То есть кухня и примыкающая к ним комната-столовая. Вот, собственно, весь наш быт в этом шатере на мозге. Если о бытовых условиях говорим. Ну, а дальше я снова, да, обращусь немножко к своему дневнику. Неотправленное СМС другу. Ремонт аудитории в законный отпуск – это цветочек. Мешу цемент, работаю каменщиком и штукатуром. Франция чудес. Что на самом деле чудесно, так это сохранившаяся подземная часть замка. В отличие от надземной, подземная структура сохранилась неплохо. Коммуникации, системы вентиляции, военные ловушки, подвалы винные, кухонные, по сути, еще один подземный замок. Жаль, что общий групповой уровень нашего английского не преодолел 30% порога понимания английско-французского мадам, которая стойко вела экскурсию в свои не менее 80, жиренько бегая по средневековым лесенкам наверх и вниз. Работа на самом деле была весьма суровой, я бы так сказал, да? Вот расписание. Завтрак французский, то есть булка с молоком и джемом, 7:30 утра. Работа 8:30, то есть ровно в 8:30 мы вот, как видите, уже на стеночках и уже начинаем вкалывать. До 12:30. Затем обед и отдых с 14:30 до 16:30 снова работа. Все делают волонтеры, в том числе несут дежурство по замковому корпусу, в котором мы обитаем. Даже знак на работу подают трубным сигналом в настоящий рок. То есть был у нас волонтер, который нас утром, да, в рок дудел, и значит там на перерыв, с перерыва, все это мы под замковый рок, да, проходили. Ну, понятно, что на самом деле никто из нас, в общем-то, все гуманитарии, никто к строительным работам не приучен, мягко говоря, да? Поэтому уже после пару дней вот, руки у нас отваливались, спина у нас отваливалась, только все, что можно отвалиться, все, что отваливалось, да? Но, тем не менее, вот такое ощущение от первых как раз пару дней, как всегда, есть стихотворение. Мы снова в Европе, в маленьком городке. Цветы и порядок, и каждый встречный бонжур. Живем в старом замке у мадам и месье. Им 160 на двоих, у них полный ажур. Когда-то здесь шумела большая война, почти как у нас, с разрухой или бедой. Женщины от похоронок сходили с ума, но время лечит. Справились с этой бедой. Память вода, а живой осталась живым, всегда оставалась последних 700 лет. Они сохраняют все, что забыли мы. Память для нас хлам, прошлого тоже нет. Полные храмы у нас как будто пусты. Их пустые наполнены грузом лет. Мы притворяемся, что с Богом всегда на ты. Если здесь он турист, то ее давно уже нет. Просто живут, сохраняют покой и добро. Им, наверное, скучно, особенно в зимние дни. Есть французский сыр, запивая домашним вином, ходить со своим бонжуром в маленький магазин. И так копить годы, дни и банковские счета, сдавать своих престарелых на полный их пансион. У нас другое дело. Давай, веселись, нищета, а этим буржуям подарок дерьма вагон. Они пожмут плечами, как обычно скажут, мерси. Удобрят тем, что прислали прекрасные клумбы роз. И будет земля родить, а сады цвести, потому что здесь ценят все, даже чужой навоз. Я сижу под замком, мимо течет река, чужая речь звучит у меня за спиной, рыба блещет и колокол бьет свысока. В такие минуты я не хочу домой.
Хочу состариться здесь и ругать французскую власть. Мал пансион к свободе слова и прочим делам. А впрочем, нас можно просто поменьше красть и жить умом, не верить чужим словам. Мы снова в Европе и снова в душе раздрай. Они совсем не такие, но ведь живут хорошо. Вроде путевки, временный пропуск в рай. Но в рай еще рано, мы поживем еще. Ну вот. Как я сказал, вернее, да, прочитал пока, оказалось, что все-таки под этими абсолютно неприглядными серыми камнями, под этими стеночками, которые мы, да, таскаем камни, таскаем на тяжелейших, да, тачках бетон, значит, все это мы там бетонируем и так далее, вот, средневековье там и есть, есть. Стоит только спуститься под землю, потому что под землей, да, ну, это вот то, из-за чего стоит, стоило, да, попасть все-таки в Шатель на Мозере, чтобы увидеть всю сложность этих коммуникаций средневековых замков. Да? То есть, когда это не просто вот тоннели, а целая система, причем система, предназначенная для разных вещей, да, есть сходы оборонные, тайные, да, с перекинутыми мостиками, под землей мостики перекинутые, да, потому что, может быть, коридор идет, потом провал, ну это же скала, да, вот, а дальше идет коридор, и между ними мостик, да, перекинутый. Вот мы с одной стороны на другую, да, через этот провал, через мостик пробираемся, да, вот. Есть оборонные помещения, есть хозяйственные помещения, а вместе это вот целый такой подземный мир, просто уникальный. Так. А вот начинается какое-то безобразие сущее, не знаю почему, у меня, да вряд ли, я сталкиваюсь почему-то с таким эффектом, вот уже второй раз. Ну ладно, ладно тогда. Немножко проскочим, да? Пойдем дальше. Что еще есть в этом городке, в Шательном, вот что мы еще видели? Ну вот есть этот замок, да? Замок 14 века. И оказалось, что у них сохранился еще собор. Тоже средневековый собор. Ну, даже, собственно, если уж так говорить, ренессансный собор, то есть такой позднее средневековье. В один из дней мы попросились, как бы, да, заглянуть внутрь этого собора. Вот как раз эта ситуация, когда мы заходим внутрь собора. Тоже особое, конечно, ощущение, когда собор только для тебя, да? Когда никого нет. Да, службы, конечно, не ведется, но зато ты ощущаешь вольное это свободное пространство, да, соборное. Ну, вы видите здесь отражение, то есть, да, ренессансный собор, это уже поздняя готика, это витражи обязательно присутствуют, то есть витражи здесь. Правда, увы, во Вторую мировую войну, да, витражи были разрушены, и позднее восстановлены уже современные витражи. И получилось тоже очень интересное. То есть само здание собора, да, это здание ренессансное, а витражи современные. А вместе это такое очень интересное сочетание, праздничное сочетание. И вот первый сейчас вопрос будет из загадок, так мы их назовем. И вот я хожу, да, поскольку собор весь для нас, то особого там вроде как и там убранство, не сказал бы я, чтобы убранство вот собора, да, но тогда замечаешь мелочи, вот ценность этих мелочей, когда тебя никто не ограничивает, да, ты целый час можешь ходить и обнаруживать на вот этих скамейках, ну понятно, католический собор обязательно, да, скамеечки для молитвы, в отличие от наших соборов православных. И когда ты видишь, а там надписи на латыни еще, да, на этих скамеечках, то есть это чуть ли не с ренессансной эпохи, вот места, предназначенные для семейств тех жителей, которые, да, жили там в этом
Шатейна Мозыри, и некоторые из этих семей живы до сих пор, как нам, да, потом сказали. То есть это вот эти семейные скамеечки, которые переходят из поколения в поколение, уже не одну сотню лет они переходят, да, подписные эти скамеечки. А потом, да, я стал рассматривать потолок, ну и видел, что на потолке такая простая как бы роспись, собственно, волнистые такие узоры. И вдруг я вижу, что такое? Среди этих волнистых узоров какая-то фигурка нарисована. Вот явно фигурка, я вижу, да, что она как бы вот такая волнистая, да, узоры, и получается, что она как бы выглядывает из-под меня. У меня в руках как раз фотоаппарат или видеокамера, неважно, но возможность приблизить изображение. И вот, значит, я включу колесико, приближаю изображение, что же я вижу? Я вижу чертик. Да, чертик в соборе, который, значит, вот там притаился на потолке, и более того, он делает так. Вот посмотрел на этого чертика и стал вспоминать, что я читал по этому поводу. Ну почему вообще, да? Почему он здесь? Почему он в соборе? Почему он еще мало то, что в соборе, он еще и дразнится? Ну вот вам загадка. Да, какие у вас варианты ответов? Называйте. Почему? Почему чертик в соборе и почему он дразнится? Нет, ну изображение черта или дьявола в соборе, в принципе, и у нас, в православных храмах тоже есть. То есть это как бы не то, чтобы такая редкость. Мне кажется. А вот на своде, да, там, ну, как бы тоже известно, что Бог и дьявол – это единство одного существа. Вот. Но тут может быть вопрос в том, почему так шутливо. И почему он там притаился, да? То есть вы абсолютно правы, конечно, безусловно. Изображение всей этой нечисти присутствует и в католических, и в православных соборах, но в росписях страшного суда, так называемого, да? То есть где там все очень серьезно, где они там мучили грешников, да, это напоминание как бы вот о чем. Вот. А это совсем не относящиеся вещи, да, к этому. Вот. Но вот о дуальности, да, дуальность, конечно, присутствует, такая мысль действительно присутствует, как бы вообще смысл религиозный христианский в том, что как ты узнаешь, что такое хорошо, если не будет плохо, да, как ты узнаешь, что такое свет, если не будет тьмы, да. Если ты не будешь бороться против тьмы, да, как ты, собственно, какие этапы ты пройдешь тогда, да, если все так безоблачно и хорошо. Это есть, безусловно. Но, да. В фреске это часто была Библия для безграмотных. Так. И может это для того, кто отвлекся от проповеди, посмотрел наверх, что черт подглядывает, и он вместе с нами. Спасибо большое, совершенно верно, да. Именно так. Что я делал? Я глазел, да? Я тупился в потолок. Вот представим себе, а так оно и было, да, в средневековье. Да? Изо дня в день, из службы в службу ты приходишь на самом деле в одну и ту же церковь, в котором еще священник, да, большую часть службы ведет на латыни, которую ты не понимаешь, да? И ты начинаешь отвлекаться. И ты начинаешь... И вдруг ты видишь, да, этого негодяя, который тебя дразнит, да? И оно, конечно, это не угроза, но совершенно верно, это напоминание. Вот такой интересный момент, да? Не только угрожающий, но и через смех. Да? Не только через драму страшного суда, но и через смех. Но напоминая, да, о том, что вот смотри, да, вместо того, чтобы вникать в молитву, ты сейчас вот туда, в то направление пойдешь. А дальше там хуже будет уже, да? Просто так язык я показывать не буду. А не подошло ему взгляду на того, что разглядеть? Вот вы увидели через видеоискатель, да. А насколько это была мелкая фигурка? Совершенно верный вопрос. Я потом, ребят, как бы, да,
когда я увидел, да, увидел вообще сначала только я один. Я стал подзывать просто и показывать. Видите, ну, и по-разному. Кто-то увидел, кто-то не досмотрел. Это зависит уже тоже от особенностей зрения и остроты взгляда на самом деле. Да? Ну, вот. Поэтому, опять же, это вот такое вот в том-то и дело. Не для всех напоминание. Но я думаю, что тут же опять же, ну городок-то вот такой. То есть тот, кто увидел хотя бы один, он потом обязательно всем рассказал. И уже все знали, да, что там он сидит и язык показывает. А есть еще подобные аналоги изображений? Где у нас это не одни такие оригиналы? Вы знаете, вот есть они, но я видел такие только в внешнем оформлении соборов. Да? То есть химеры, так называемые, есть не только устрашающие, но есть и издевающиеся. Да? Вот во внутреннем я видел, причем неоднократно, а во внешнем, извините, да, то есть это скульптура, это фигуры, да, вот, а вот в росписях внутри пока, вы знаете, вот и не встречал, на самом деле, то есть единственный случай, но, не встречать-то не встречал, но, видимо, что такое было, причем именно в народной культуре религиозной, да, поскольку в нашем Гоголевском «На ночь перед Рождеством» там упоминается смешная, по сути дела, икона, которую нарисовал местный маляр, кузнец Вакула, собственно, вот этот главный персонаж. Он нарисовал неканоническую народную икону, там, где казак бьет черта. То есть было нечто такое в народной культуре, присутствовало. Наверное, если поискать, то найдется. Но я вот единожды столкнулся с этим сам непосредственно. Да, ну вот такая там старая тоже колоночка, обычная, городская. Опять обращусь к теме интернационала. Мы насчитали среди волонтеров 10 стран. Марокко, Россия, Канада, Украина, Словакия, Афганистан, Испания, Израиль, Египет, Франция. При этом половина франкоговорящих, вторая половина легко переходит и щебечет на английском. Язык – ты мир. Мы же до сих пор бедные родственники даже в английском. Поразило. Симпатичный паренек, марокканский француз Кевин, 16 лет. Обычный подросток, очень коммуникабельный и открытый. Так вот, родители сочли его слишком трудным и отдали в интернат. И даже летом он здесь среди волонтеров. Может, у него трудные родители? Снова о языке. Французский осваиваем специфически. Самый распространенный в этой среде, кроме обязательного бонжур, сава, как дела, очень широко. Причем это сава можно приветствовать по-американски, не объясняя, как там у тебя по-настоящему дела. Требьен, хорошо. Комса, так, или правильно. Вдруг всплыла в памяти дразнилка из русской классики. Не помню источник, выскочила только фраза. Тоже мне нация французы. Камси-камса. Таки-так. Волонтерский быт в шателе напоминает пионерлагерь, в котором я и в детстве не бывало, сейчас тем более поздно. Для молодежи это просто прекрасно. И надо ехать, безусловно. А я временами чувствую себя, как на дискотеке до 20. А со старшим поколением, то есть аниматорами, не пообщаешься. И мы, и они без английского языка. Остается один бонжур. Ездить надо молодежи, но бывшая советская девочка с Дальнего Востока, она израильтянка, чуть не упала в ступор, когда услышала про наши визовые мытарства. Израиль не Евросоюз и не Шенген, но кроме США и уж очень экзостран им визы не нужны. Купил билет и поехал. Молодые ребята, отслужившие в израильской армии на полученную денежку, по 5-6 месяцев путешествуют в любых турах, от гор Непала до джунглей Амазонки. Им это по приколу, а для нас еще Европа в диковинку. Учить языки и ездить надо с юности. Еще один момент. Да, это обычная вот улочка городская сейчас перед вами. Улочка как раз между собором и нашим замком. И мы там постоянно тоже, по сути дела, через эту улочку ходили бесконечно туда-сюда, задним находимся. Вот. И
потихоньку вникая вот этот быт шательский, да, мы на самом деле поняли, что мы и живем сейчас в настоящей Франции. И что в этой настоящей Франции вот тоже совсем она не такая, как мы. То есть Франция — страна революции, баррикад, свобод, свободных отношений, свободной любви, свободных как бы, что хочешь, что и делай, ну, в рамках закона, конечно. Оказалось, нет, нет. Провинция всегда есть провинция, она живет традицией. Она не может жить, она рассыпется без традиции. И вот в эта традиция, она как бы все время возникала у нас. Вот мы еще не понимали, почему их так сурово, да, время обеда, ужина. Мы там попытались предложить так, что давайте мы будем работать, ну, с маленьким перерывом, да, там, там перекусим, потом поработаем, но раньше закончим. Ну, нам так хотелось, чтобы больше, может, посмотреть куда-то еще, сходить, успеть. Она говорит: нет, ну как же, ну как, в час дня вся Франция обедает. То есть не мы обедаем в шатель, как оказалось, да, а с часу до полтретьего вся Франция обедает. И в провинции это просто закон, там и ужин тоже всегда в одно и то же время. И вот мы как-то тоже, когда это уже поняли, вот, то мы проходим мимо, вот, вот, вот мимо этого дома, который здесь. Август, жарко, за день еще и нагревается, да, это все. И поэтому вечером, когда мы идем на ужин к своему зданию, проходим мимо этого дома, то открыты эти окна настежь полностью, все открыто, да. Дверь это тоже часто, видимо, для сквозняка открыта такая. И вот мы так проходим и видим как раз, потому что очень низко на самом деле окна, то есть мы видим внутрь, мы видим комнату, большую комнату. И каждый вечер, проходя вот возле уже этого ужинного времени, да, там где-то без 10, там 7, условно говоря, да, то есть мы видим, что в этой большой комнате собралась вся семья, которая живет, да, в этом доме или может, на нижнем этаже этого дома. То есть там человек 5, не меньше, сидит за столом, причем разного возраста французы, и у них уже накрыт стол, и они вот уже приготовились к этому ужину. И мы так проходим мимо, и так получается, мы смотрим снаружи, с улицы на нас, на них, а они из комнаты так смотрят на нас. Вот. И мы сначала не обращали этого внимания, а день так на четвертый мы уже поняли. Они, видимо, смотрят и думают: как? Вы еще не за столом? Вы еще не приготовились? Ну сейчас же вся Франция начнет ужинать, а вы еще на улице, как же так? Как бы, да? Вот. И это действительно так, это действительно так, как оказалось. Да, итак, возвращаясь к нашим замечательным волонтерам, этим подвижникам, вот они нас сразу сказали, что вот у нас есть такие кружки, скажем так, по интересам после рабочего времени. Вот вы можете сами для себя избрать, чего вам интересно. Вот один из них изучал историческое фехтование. Именно историческое фехтование. То есть как это правильно делается. И вот он, желающих, водил, и да, я там походил по пару занятий, да, чтобы посмотреть, как это делается, как это историческое фехтование, как это происходило. Ну и опять же понял, что никаких вот этих на самом деле не было. То есть это выверенные, четкие, да, положения рук, приемы, одиночные удары, да. Вот, то есть выглядит это на самом деле в средневековье совсем не так, как нам это представляется то же самое средневековым кином. Ну и правда понял, что и вот в этой отточенности, в этой тоже традиции, это же тоже традиция, по сути дела, да? Традиция европейского фехтования. Вот. Но я понял, что не в средневековье я не хотел бы никогда очутиться, потому что даже простой, наверное, воин, да, владеющий только азами, но отколотил бы он меня запросто. Вот. Другие, кто не очень хотел заниматься фехтованием, у них была возможность позаниматься средневековой каллиграфией. Вот, пожалуйста, перед вами как раз этот момент, то есть выписывание
латинских букв, именно средневековых каллиграфических прописей, перышком, чернилами, да, все как полагается, опять же, под руководством одного из волонтеров, который, да, вообще-то университетский преподаватель, как раз латынь преподает в университете, да, вот можно было немножко приобщиться к средневековой каллиграфии. Ну и я сказал, 10 стран среди нас, ну и волонтеров всех, собственно, да, мы тоже попали в число волонтеров, поскольку мы работаем на замке. Вот, и потом нам предложили так, а давайте так, все равно мы там периодически, да, мы меняемся, еще обязательно в какие-то дни попадаем, что мы в дежурные по кухне. Вот, давайте, ну вот, побалуемся так, национальные блюда поизготавливаем. Ну давайте. А поскольку это август, еще и конец августа, то попадает на 24 августа, как бы мы еще работаем и здесь, в замке. И мы предложили, давайте мы сделаем такой тогда украинский вечер, украинской кухни. Ну давайте, сказали наши ребята. Вот, мы, кстати, поскольку мы уже знали, что мы 24 августа по-любому там встретим, да, во Франции. Поэтому мы все взяли вышиванки с собой. Вот как раз вечер, да. Подготовки здесь запечатлен, я стою здесь у порога нашего здания монастырского. Да, ну а днем же, что стали думать, еще даже не днем, накануне днем, стали думать, что же такое приготовить? Вот что такое национальное блюдо, чем можно угостить здесь во Франции? Ну и решили так, поскольку жаркое лето, на первое окрошку сделаем, вот на второе вареники сделаем. Ну, а условно говоря, на третий компот. Ну, казалось бы, чего проще, как бы, да? Вот, ну, нужно при этом, у нас были там, правда, вот единственное, кто работающий, кто получал зарплату на замке, это повариха Арнет. Она повариха, она получала зарплату там, да, то есть она работала в этот сезон. Вот, и она составляла списки продуктов, что нужно купить в ближайшем магазинчике, это машиной надо ехать, поэтому. И вот мы стали, значит, с помощью, опять же, вот такого тройного перевода составлять этот список. Что нам нужно на окрошку? Ну, во-первых, сложно посчитать, сколько нужно окрошки наготовить, там, да, на там, 30 человек. Ладно, вот, стали думать, догадать и говорим. Ну, наверное, огурцов, ну, наверное, свежих нужно. Ну, огурцов килограмм. Я говорю, что такое килограмм? Мы не понимаем. У нас никогда никаких килограммов нет. Сколько штук надо? Огурцов. Мы в растерянности. А Бог не знает, сколько штук надо. Да? Мы говорим, ну не знаем. Ну, наверное, штук 20-30. Я говорю, вы точно? Вам что, 30 огурцов нужно? Ну мы опять подали ступор. Да что ж такое? А в чем сложность-то? Я говорю, ну да, 30 огурцов. И тут только нам повезло, что среди вот волонтеров на самом деле оказалась девушка, которая когда-то была наша, а потом она переехала во Францию, училась там, осталась там. И вот тоже немножко волонтерит теперь в этом самом. Мы ее позвали, потому что понимаем, что-то уже подвох, что-то не то. Почему огурцы у нас не сходятся? Позвали ее, значит, и спрашивают, чего они так удивляются? Я говорю, а вы видели французские огурцы? Не, не видели. У них вот такие огурцы, длиной. Такие длинные? Да. Господи. Да. То есть понятно, мы имеем в виду 30 таких огурцов, а они бросают 30 таких огурцов. И они говорят, что у нас хотите, неделю потом огурца? Ну ладно. Потом вроде, ну на варенике вроде оно понятнее, там яйца, там муку, там все написали, все. Привезли это все дело, наши девчонки, да, радостно отказались от работы на каменоломнях, значит, да, вот, и остались в кухне готовить вареники, на всех налепить, вот, и тоже в ступоре, потому что все не такое, молоко не такое, мука не такая, да, то есть они это тесто зачинять, оно у них не получается, как бы масло, ну, короче, все не такое, то есть все продукты называются так или так, да, а консистенция не та абсолютно. В общем, это, конечно, было мытарство со всем этим, особенно вот с варениками оказалось, да? Но, тем не менее,
да, что-то мы там наготовили. В результате, я так забегаю немножко наперед, я сейчас к Геничку своему обращусь. Вот. Но. Угу. Да, скажу сразу, что окрошку не поняли вовсе французы. Вот от слова «вовсе». Нарезка овощей, яиц, картошки, все это вместе, еще зачем-то все это залито чем-то, да? Короче говоря, есть они этого не стали. Вот. Вареники слупили. А с чем вареники? Да. Ну, с картошкой тоже. Да. Да. Вот. Да, компот понравился. Компот, оказывается, тоже, вот, то есть, они, это компот из вареных мы сделали фруктов, да? Они такого компота не видели в жизни. Зачем они их варили, зачем их так есть надо, вот варить их зачем, как бы, да? Вот. Но есть компоты другие, но не компоты, соки есть, вот в том-то и дело. То есть сок они понимают, да, фрукт они понимают, а компот они уже не понимают. Ну так они осторожно попробовали, им понравилось. В общем, вареники и компот они выпили, мы уже так, ух, хоть что-то люди съели, голодными их не оставили. Но самое интересное, что к нам на этот украинский праздник пришли репортеры из местной прессы. Значит, они ходили там, фотографировали, расспрашивали. Ну вот. Публикация последовала мгновенно, очень забавная, с описанием национальных блюд и попыткой передачи славянского произношения. То есть это французская газета, да, понятно, они пишут вот, о том, что вот там группа украинцев, у них как раз их национальный праздник 24 августа, День их независимости. Они, значит, и дальше они пишут, вот, да, вареники, нормально, компот, нормально. Оброшка. То есть окрошка превратилась в оброшку. Да, а дальше прилагается описание, чем же они кормили. Да, то есть мы. Вареники пристали, то есть нам, да, переводят, описывают, что такое вареники. Маленькие пирожки. Компот. Свежий вареный фрукт. Да. Вот. Ну, в общем-то, да. Ну, чем накормили, тем и накормили, что называется. Да. Вот. А я вам прочту. Окрошка оказалась вообще неописуема. Ну, вообще, да. Оброшка, она просто вне слов. Оброшка вне слов. Не попробовала. Немножко, да. О другом, да. Старый дом, стихотворение. Пропитан древности спорами, не рассыпается в порох. Стоят деревянные ребра, и легкие дуют в трубу. Он помнит ни много ни мало, каждый звучавший в нем в голос, парочку революций и не одну войну. В нем плакали и молились, рожали, пели, плясали, писали стихи, стрелялись, счастье, что в молоко. Не вешались, не травились, зато сотни раз целовались. Можно сказать, что в этом-то старику повезло. Казалось бы, в чем заслуга стоять на одном месте 400 лет без малого, не двигаясь ни на шаг. Зато к нему отношение, как жениха к невесте, восхищенное аханье на разных звучит языках. Вставные двери, как челюсти, рассчитанные на публику, под ребрами обветшалыми кипит деловая жизнь. Он помнит Наполеона, офицером республики, и много еще запомнит. Держись, старина, держись. Ну а дальше все-таки нас заинтересовало очень. Как вообще все это дело финансируется? За счет чего живут вот такие памятники, да, во Франции? Во-первых, мы увидели, как мы немало там были, 10 дней всего, но мы за эти дни сидели и увидели, что да, постоянно едет народ. Народ едут просто, как бы, ну понятно, видно, да, там семья.
Может быть, просто проезжали мимо, увидели замок на горе, заехали посмотрели. Может быть, ехали специально, да, вот такой семейный как бы маршрут. Школьники приезжали группами, еще какие-то люди группами приезжали, все французы. То есть вот в данном случае этот памятник, который ну, вообще нигде не известен вовне, неизвестен иностранным туристам. Его нет никаких иностранных путеводителей и так далее. Ну, поскольку он действительно, честно говоря, маловидовой, вы в этом уже сами даже убедились в фотографиях. Но, а вот французы при этом едут. Едут и едут, смотрят и смотрят. То есть, да, то, о чем мы говорили, каждый ценит свою историю, каждый ценит свою культуру. Каждый, кто живет в этой местности, он не может сам проехать мимо, детям не показать, да, то есть, да, и какие-то они, билетики там тоже есть, есть, есть билетики, там платятся денежки, но это денежки небольшие на самом деле, да, как там дальше все это происходит, ну вот. То есть вот такие ящички, как у нас, для благотворительных пожертвований, у них не стоят? Нет, ну, что такое? Нет, знаете, да, во всяком случае там ящички не стояли, и еще на что, да, я обратил внимание, но все равно, как бы, да, народ едет, подъезжает, опять же, многие на машинами и так далее, вот, но рядом с памятниками, я говорю не то, что на памятнике, но даже рядом с памятником ни кафе, ни ресторанов, ни таких каких-то, знаете, будок там с сувенирной продукцией, там ничего этого нет. То есть ты как бы приезжаешь, да, общаться, да, с древностью. Вот ты общаешься с древностью, и ничего отвлекать от этого общения с историей, да, не должно. Поэтому вот целенаправленно ничего там вот, вот на самом памятнике нет. То есть, да, в этом городке есть кафешки, есть какие-то ресторанчики, немножко в отдалении, скажем. Да? Вот, и все. Ну и так, вечером в замок приехал житель, сын мадам и месье, президент ассоциации Старый Шатель. Нашей компании прямо, да. Житель рассказал, что замки начали сохранять еще по приказу Людовика XIV, как родовые аристократические гнезда. После Второй мировой во Франции активно заработали государственные программы по сохранению памяти. Пик них пришелся на 70-е годы. Тогда-то и была создана общественная организация «Старый Шатель». Что-то вроде попечительского совета, взявшего на себя организационные функции, использующего существующие государственные проекты. Так и сосуществуют вместе общественные организации и государства. То есть, а кто члены этой ассоциации стали, мы спрашиваем, да, этого жителя как председателя? Он говорит, мы, местные жители, то есть жители города Шатель. Это их памятник, их история, и они создали общественную ассоциацию, которую, да, благодаря которой, во-первых, они финансы собирают, да, во-вторых, они обращаются уже от общественной организации, да, к государству и получает государственные дотации. Итак, одно государство не даст стопроцентно полностью до денег. То есть, если государство видит, что мы есть, мы заинтересованы и мы хотим это сохранить, то государство, да, тогда дает дополнительно себя средства. И вот это вот во всем, как бы, да, во всем это такая желание общественности, желание общества, да, прежде всего сохранить это для самого себя, вот как для этих, да, родов местных, которых лавки в этой церкви подписаны, да, еще средневековой латыни. Вот, вот это и держит. Да, ну и тоже исторический кадр. А после того, как пресса о нас написала, про нашу оброшку, да, вот, пришел к нам мэр, пришел в выходной день, в воскресенье, пешком, пришел мэр города, да,
туда, в свой выходной день, в воскресенье, пешком, без телевидения, без газет, да. Он просто пришел, вот, нас всех поблагодарил, прошелся, посмотрел, что мы там делали, что мы успели сделать, да, какими-то мы там сувенирами обменялись, да, то есть вот это тоже показатель того, да, что город интересуется, городу важно, да, то, что происходит. Ну и еще заключение о именно да, замковом этом быте. Замковом быте. Много приходится, знаете, смотреть и передач, ну, прежде всего, это интернет, и читать тоже, прежде всего, интернетных публикаций, вот, где высказывают сомнения и удивления о том, что вот где, да как эти средневековые строители с элементарным оборудованием, да, могли строить такие соборы, могли вот так обрабатывать эти камни, да, и так, что это все стоит, как бы и не разваливается, современные дома, землетрясения не разваливаются, да, эти соборы нет. Вот. И все эти публикации и видео ведут к тому, что, мол, где история во многом сфальсифицирована, да, и возникает целое движение из этого альтернативной истории, которая хочет показать, что да, все это на самом деле сдвигается, все это было гораздо ближе к нам, а потом это условно стали называть и считать старьем. Ну что я могу сказать? Я увидел и сам, более того, попробовал, что такое труд каменотеса средневекового. Да, потому что мы попали, ну мы разные, мы меняли как бы, да, то есть один день там или два дня ты можешь бетон мешать, второй день ты можешь стеночку класть там, да, а на третий день ты еще в какую-то команду попадаешь. И вот мы попали и несколько дней проработали в команду для каменотесов. И был у нас волонтер Жан-Батист, главный у нас, да, под руководством которого мы били камни для того, чтобы складывать ровную стеночку. Вот, и да, как, все как в средневековье. У нас молотки такие, небольшие кувалды, значит, эти костыли такие железные, и камни, и все, что у нас есть для этого. Вот, и, ух, намучились мы, конечно, безусловно, потому что берет Жан-Батист такой какой-то вот такой вот камень, на него так смотрит, делает так, 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 то есть бьет по каким-то точкам, все, что не нужно, отпадает, и у него такой ровный камень получается, да. Или, может быть, неровный, опять же, да, если там выемка, значит, он делает там бугорочек, так что он прям вставляется как родной. Мы начинаем с этими камнями, как бы, да, возиться. Уже колотишь свой камень, и вроде вот уже все, ты его уже вот последний удар остался, и он будет идеальным, чтобы встать на нужное место, да, в эту дырку, которую, собственно, нужно заделать. И вот ты бьешь, и он раскалывается напополам. Да? Вот, и ты проклинаешь, чем ты еще на свете, как бы, да. Вот. Но при этом, да, мы понимаем, что а вот он, да, мастер. И для мастера это обычная работа, и с этой работой он прекрасно справляется. И если бы мы понимаем, может, мы 2-3 дня там поработали, уже у нас лучше получалось. И вот, а если он, да, этот мастер средневековый, и у него подмастерье, которые там 2-3 года, да, поработают как ученики, да все они смогут. И ровненькие камешки отбивать, да, простейшими рудиментами труда, без каких-либо других, да, помощников. И складывать то, что надо, и так далее. То есть это не абсолютно фантастика, и это не какой-то чрезвычайный, это для нас он был тяжелый, непривычный, да, совершенно труд. Но в целом, да, в принципе, мы поняли, что работа каменотеса средневекового, она вполне, в общем-то, вполне по зубам, как говорится. Ну и дальше, да, все-таки ближе. Ближе к Парижу. А будет добро, да. И тогда вот вопрос, да. То есть, по сути дела, они вот этими этическими движениями, они пытаются снова восстановить
конфигурацию крепости. Да, да, совершенно верно. Это достаточно большой комплекс. Вот, и они действительно с 70-х годов, они создали, когда в 70-е годы это, да, организацию общественную «Шатель», вот они с 70-х годов начали работать. И за 30 лет, которые, собственно, прошли до 2000-х, они очистили, например, все внутренности, вот эти все подземные ходы, которые были тоже, как я сказал, завалены полностью, да. То есть там самая тяжелая работа, на самом деле, была еще до нас, предыдущие, да, десятилетия, когда это тонны просто камней приходилось вытаскивать наружу, да, укреплять там все внутри и так далее. Огромная работа была проделана. Это мы уже на стеночки приехали, да, вверху, мы уже доделывали, собственно говоря, то, что начали 30 лет до нас, да, даже более 30 лет. Поэтому да, конечно. Ну, то есть, в принципе, руководит там человек, который во всем этом разбирается и понимает, как это делать грамотно, так? Да, не просто человек, а, как я сказал, много людей, ну, то есть, несколько, и каждый отвечает за свое направление, да, каждый отвечает за свое направление. То есть, но при этом они волонтеры. А вот этот фундамент, который вы показывали в начале, да, то есть, по сути, это их работа? Да, да. Да, совершенно верно. Это все, да. Это все поднято вот, вот с уровня, да, пола, условно говоря. Итак, ну вот так вот посмотришь, да, это вот такой у нас ужин на улице Парижа. Посмотришь на этот Париж и поймешь, что да, то ли Сумская, то ли Пушкинская на самом деле. Два с половиной дня мы пробыли в Париже. Вот, и да, за эти 2,5 дня мы таки не поняли, почему увидеть Париж и умереть. Вот честно говоря, и причем никто не понял, то есть мы обменились впечатлениями, да. Вот что такого есть такого в Париже, что должно вот так вот просто захватить, да, чтобы ты просто жить потом без этого города не мог. Нет, не дался нам за 2 дня Париж. Да, мы искали, мы очень искали, где же этот самый Париж. Этот, если очень искали, если очень пристально смотреть, именно вот с таким, да, настроем смотреть во все стороны, ну, можно какие-то сценки уловить, да, сценки, мимолетные вещи, вот, да, как это танго в метро парижском. Вот так, если присмотришься, на самом деле, вам не очень видно, где шляпа лежит на полу. То есть это тангейры, которые тоже зарабатывают на самом деле, да, вот этим танго вечерним парижском метро. Ну или вот, да, подобную сцену можно увидеть. Париж современный, разноликий, да, разношерстный, многонациональный. Да, это вот сцена была сделана на, собственно, свадьба была, ну и вот. Гости там гуляли на свадьбе, такую сценку было сфотографировать. Но это как бы, это какие-то вот фрагменты, и они не делают ощущения Парижа, да? И вот не было, скажем, я мало пробыл всего 2,5 дня, можно списать, да, на то, что всего пробыл 2,5 дня. Но, например, в Одессе я пробыл вообще сутки. Но я уловил этот, да, особый воздух, особый аромат, особый звук, как бы Одессы, да, во всяком случае, я его схватил. Вот, а язык теперь же это Вавилон, да, это, ну, то и дело, что это тоже, в общем-то, на самом деле. Дальше из таких, скажем так, иногда вот так ожидаешь, так чего-то ожидаешь, что твои ожидания кажутся слишком велики для того, чтобы постичь то, что ты увидишь. Вот. И если так раньше было, особенно в раньшие времена, но еще встречались некоторые такие вещи, люди, знакомясь друг с другом или находясь в компании, начинают играть такую игру, да, из чего бы ты выбрал, да? Ну, вот ты бы, например, посмотрел кино такого-то режиссера или такого-то, ты бы прочитал такую-то книгу или такую-то книгу, ты побывал там бы или там бы, да, ну и таким образом находят родственные, да, души себе. Вот если бы я выбирал, допустим, куда вас пригласить в Париже, да, и посоветовать вам сходить в Нотр-Дам-де-Пари,
собор Парижской Богоматери, да, или сходите в Сен-Шапель. Я бы сказал, сходите лучше в Сен-Шапель, на самом деле, а не в собор Парижской Богоматери. Хотя там тоже, да, я не проникся собором, да, хотя вы сейчас видите уникальный тоже по своему кадр, потому что это кадры все сделаны, естественно, до пожара. Да, так уж получается, да. Это печально знаменитого пожара недавнего. Вот там где-то в закоулках, если забраться в закоулки Нотр-Дама, да, и опять же там вот это высматривать, то можно увидеть какие-то вещи, которые кажутся, ну, родными, да, действительно родные какие-то. Вот такие вещи родные. Вот. Но в целом, он такой какой-то большой, наполненный и пустой одновременно для меня оказался. Нотр-Дам такой. То же самое у него произошло с Лувром. Ну, здесь такое дело. Вот Лувр, это, конечно, преступление, смотреть Лувр в течение одного дня. Да, это преступление. Но, большинство, на самом деле, именно так, в такой ситуации оказывается. Да? Ну, вот кто может так себе позволить, да, среди нас, отходить в Лувр 5 дней подряд? Вот. Я недаром выбрал вот именно это фото, да. А в результате все наиболее как бы то, что ты хотел увидеть, то, что ты про что много читал, да. И мечтал увидеть все-таки, как оно все вживую, а вживую не получается. Потому что вживую получается вот это, да. Все самые знаменитые луврские предметы произведения искусства, они облеплены со всех сторон толпами людей, просто толпами людей. И не просто толпами людей, а вот опять же беда. В Лувре разрешено везде все фотографировать. И поэтому вот это не просто толпа, а толпа, которая бесконечно щелкает и клацает, да, фотографирует скульптуру, больше всего себя на фоне скульптуры, да. То есть все разваливается, все расплывается, и ты понимаешь, начинаешь отползать в пустые залы и смотреть, возможно, да, то, что можно сказать. В Лувре, понятное дело, даже то, что на самом деле является второстепенными по мастерству, по художникам, по исполнительству, да, произведения искусства, но там хоть можно с искусством пообщаться, в отличие от шедевров. Вот это самые такие, особенно с Монной Лизой, с Джокондой, там вообще, там катастрофа. Можно просто даже не ходить туда, именно к Монне Лизе, потому что она под пуленепробиваемым стеклом, которое, да, само является отражателем, вот на таком вот расстоянии, и вот так вот облепленная, да, бесконечно щелкающим фотоаппаратами. И при этом все пробегают, естественно, мимо зала Леонардо да Винчи, то есть есть зал Леонардо да Винчи. А Джоконда стоит отдельно. Слава Богу, мы поняли, почему они это сделали. Они правильно сделали. И хотя бы Джоконда убрали на растерзание. Нате вам Джоконда, да? А в зале Леонардо да Винчи никого. Все в Джоконде побежали, да? И вот единственное, что тут зал Леонардо да Винчи как-то из Лувра еще запомнил. Запомнится еще и тем, что я подхожу к какой-то из малоизвестных работ Леонардо и вижу, у него там, там Святая Троица, у него Святой Троицы, обалдеть, у него три Моны Лизы Святой Троицы, на самом деле. Зато вот Шапель, Сен-Шапель. Вот. А Сен-Шапель это была когда-то домашняя церковь французских монахов. Домашняя. То есть небольшая. Каплычка, по-нашему бы сказать. Да?
Ну, это что-то невообразимое. Это домовая церковь, стены, которые полностью состоят из витражей. То есть полностью, да, она витражная, абсолютно, да? И оттуда просто выйти невозможно. Потому что когда ты туда заходишь, и там, кстати, тоже, вот я вам говорю, Сен-Шапель, вы наверняка не слышали, да? Я не слышал кто-то Сен-Шапель. Слышали, да? Прекрасно, прекрасно, да, замечательно, да? Вот, но нету там толпы народа, в отличие от Лувра, Сен-Шапель, да? И в отличие от Нотр-Дама, нет там толпы народа, да? А ты заходишь и не можешь выйти, потому что за стенами, да, это же природная среда, и все время меняется освещение. И мало того, что как бы, да, там можно потратить на день, просто рассматривая сюжеты сами, да, на этих витражах. Но дело в том, что это постоянная смена. То есть там облако идет, да, это одно состояние, да, солнце другое засветило, даже дождь, да, пошел, но это новое состояние, да. И это как будто вот ты сам попал внутрь этого калейдоскопа, и, да, и тебя вместе с этим совсем как бы превращает, и ты становишься частью этого да, постоянно меняющегося, волшебного, чудесного мира. Да. Вот самое большое такое впечатление от памятника у меня, это именно от памятников, да, это Сен-Шапель. Центр Помпиду, там другое дело, да? Центр современного искусства. Вот такой вход, тоже сразу техно, да? Там внутри движущиеся, да, эти ленты подъемные, да? Такие эскалаторы, значит, тебя туда вывозят наверх. Вот, ну, Помпиду, да, надо ходить, чтобы с одной стороны ощутить уже пульс современного искусства, безусловно. Вот. Но что, опять же, любопытно, что есть, допустим, да, там, гений Пикассо, да, например. Есть фамилии, которыми мы так вот ассоциируем в массе своей, в том числе кубизм. Но как раз я захожу, да, и там такой раздел, условно говоря, кубизм, да. Я захожу, но раздел начинается не с Пикассо, да, не с каких, а раздел кубизма начинается с Архипенко. Да, Архипенко. И ты понимаешь, да, что действительно, насколько с одной стороны это взаимопроникновение, да, с другой стороны, что да, мы, оказывается, да, в то время, в той ситуации, вот мы совершенно не отставали, мы шли где-то даже впереди. Это потом я как раз и обратил в центре Помпиду, я обратил внимание, что все начинается с Архипенко. Стал разбираться с Архипенко, узнал о том, что да, Пикассо в скульптуре, именно в скульптуре, да, считал себя учеником Архипенко. То есть Пикассо считал себя учеником. Ну и если говорить о музеях, да, если говорить о памятниках, то Сен-Шапель. Если говорить о музеях, то Орсе. Все что. Не Лувр, не Помпиду, а Орсе. Фото немножко размытое, да, ну такое мое фото любительское, но тем не менее там такой есть переходной мостик тоже между корпусами Красных и Горя, и там сверху да, сделан такой. Ну и, да, надо же еще одну книжечку подарить вам, о которой я сегодня говорил. Когда-то это здание, в котором сейчас располагается музей Орсе, совершенно не для музея строилось. Да? А чем это было здание раньше? Вокзал на дорогу. Да. Спасибо вам большое. Да. Да. Вот когда на этом как раз променаде-то, да, ты выходишь, то ты ощущаешь это. Вот
движение этого вокзала. А что ж такое? Ну и дальше вот тоже любопытно. Арсен начинается с небольшого зала, ну, которое условно этот небольшой зал можно назвать академическое искусство. То есть специально так сделано, да? То есть сначала тебе напоминают, что вообще-то в это время академизм. Академизм, как, да, господствующий стиль везде и во всем. Вот. А потом ты проходишь через академизм, и на тебя эти вот импрессионистический, постимпрессионистический мир на тебя обрушивается, да, как раз после этого академизма. Но я тоже обратил внимание, что академизм там, опять же, чтобы показать, что это тоже всеобъемлющий аспект, да, явление, разные страны представлены. В основном это, понятно, разные там европейские страны представлены. Но единственную работу, которую я там нашел в этом, да, зале академизма, с наших земель, скажем так, это портрет, чей-то портрет, не помню чей, работы Ильи Ефимовича Репина. Так что Илья Ефимович в Орсе присутствует, но, правда, как академист. То есть то, чего, да, отказалось, новое французское время. Ну, Дега, да, узнаете вы, безусловно, да, эти знаменитые прекрасные балерины его. Так, мне еще одна старая книжечка. Последний же подарок на сегодня нужен как-то, да? Как вы думаете, какому творцу, какому художнику принадлежит это произведение искусства? Гоген. Спасибо вам большое, да. Да, это Поль Гоген перед нами, но мое, так сказать, удивление, мое в чем-то даже потрясение в этом смысле. То есть до этого я представлял, немножко представлял, в том числе вживую, в Эрмитаже, в частности, я был еще в школьные годы, несколько раз я был в Эрмитаже, и там знаменитый третий этаж в Эрмитаже с импрессионистами и постимпрессионистами. Живопись, короче говоря, да, живопись. И вдруг в Орсе, да, мы входим в эти залы Гогена, и я вижу, что чем он только не работал. Резьба по дереву, керамика, какие-то такие вещи, да, кто же называть, абсолютно декоративно-прикладное искусство. То есть это был какой-то просто человек-оркестр. И во всем это такие просто классные вещи, то есть это дизайн, мебель, вот, которую он там сделал на Гаити, сам своими руками, да. Это просто потрясающе, его вообще нигде не найдешь, его нигде не... Ну, сколько я смотрел, да, пытался потом найти, да, в книгах о Гогене, там, в альбомах о Гогене, ну, может, там один-два мелькнет и все. А он много этим занимался, и очень классно этим занимался. И вот это, например, створка дверей из его жилища. Ну, стиль его узнается, по крайней мере... Да, узнается. Совершенно верно, да. То есть с любыми фактурами, да, он работал на самом деле, с любыми материалами, с любыми фактурами. И это тоже, да, Гоген. И это тоже Гоген. То есть это вот было, действительно, открытие такое, да, фантастическое. Ну и, да, завершая нашу встречу. И, конечно же, был Монмартр еще. Сижу на чемоданах, пытаюсь поймать вчерашнее настроение. Итак, только поднялись на Монмартр, пошел сильный дождь с холодным ветром. Укрылись в соборе, где застали конец мессы. Богемный край начался с пения монахи. А дождь не прекратился. Дети испугались и решили спуститься с холма. А мы, накрывшись худосочной ветровкой одной на двоих, пошли искать тот Монмартр. И нашли, может, благодаря непогоде.
Пустые, с одинокими хозяевами, магазинчики, галереи, где среди новых копий макулатуры можно найти старую, хорошую, уже антикварную графику. Лавчонки с таким же смешным, радостным товаром, что у подножия, но камернее и уютнее. Кафешки с интерьерами арт-нуво и сумасшедший паб, обклеенный от стен до потолка записочками и писульками. Несколько человек, как оказалось персонал, мирно дринкали внутри, а мы под дождем снаружи робко пытались выяснить, open или close, на что получили гордое no liberty. И сразу стало ясно, все туристы для них закончились, и теперь они просто пьют в свое удовольствие. Через пару минут мы уже сидели в дорогом винном ресторане, заказав два пива, чем повергли в шок официанту. Она даже сомневалась, обслуживать ли такую богему неизвестного происхождения. Но людей-то почти нет, так что местное пиво мы все равно выпили под разговор к Барсе. Спасибо этому часу времени под дождем на вершине холма, где не сияло фальшивыми крыльями мифа коммерческого Мюльнруша, а просто завершался последний наш день в Париже. Спасибо вам большое.